это, ну, я понимаю, баги. Так, собрались. Вот так вот и знал, когда вот бережешь тачку, блин, ты вот не знаешь, что делать, то ли тебе беречь ее, то ли гнать во весь опор. Да давай, блядь, хули ты закрутилась вся? Блядь, ну как так-то, ну еб... Что сейчас был, я хер понял вообще. Твою мать. Эй! Здорово, народ! С вами я, Виталий Вит, и вы находитесь на канале Русский Симрейсинг. Продолжаем проходить игру Колин Макрей Дёрт. Сегодня у нас будет, я так... предполагаю, потненькая тема. У нас уже пошло по 3 гоночки, по 3 спецучастка. Погнали. Значит, Спарк Ралли Испания. И вот такая вот у нас идет тема, да? 3 спецучастка. Так, тут у нас идет асфальт 100%. 70 асфальта гравия и шершавый асфальт. Это что-то прям такое. Ладно, погнали, не будем мять сиси. Ой, друзья, что взять? Я не знаю, что мне взять, потому что, я так понимаю, вам уже одолели вот эти вот мои любимчики, и ваши тоже, да, импрезы, лансеры. Пежо, я не другой брал, по-моему, Пежо. Я вот думаю, что нам взять. Ладно, давайте возьмем еще раз Citroen. Давайте его раскрасим в стиль сегодняшнего моего одеяния. Так, вот такое у нас ситро. В прошлый раз нам приходилось, я не берег ситро, и нам приходилось на второй гонке, ой-ой-ой, на... Так, смотрим, все у нас там запись нормально, все четко. Волнуюсь, конечно, 3 спецучастка, надо беречь машину, но я думаю, будет интересно, погнали. Погнали. Резина так вот она играет. Thank you.
быть лучше победы. У меня аж руль отвернулся. Ну, сами все видели. Потею я ой-ой-ой-на. А тут у нас получается двойная психологическая нагрузка. Во-первых, нам ни в коем разе нельзя разбивать автомобиль. А все будет отражаться на поведении руля, если мы разбили подвеску, тяги и так далее. А нельзя разбивать стекло, поэтому аккуратно, вот скрытый поворот, да. Блин, вот можно же дожать там ручником, да, там пролететь его быстренько, а боишься, что там будет знак. Понимаете? Как в тот раз я разбил все, и крышу, и лобовуху, и вторую сессию начинал, значит, с этим, с разбитым стеклом. В общем, ребят, игра действительно хардкор. Тем более мы с вами ее и проходим на хардкоре. Я вам даю гарантию и всегда отвечаю за свои слова. Игра не слабее того же моего любимого Richard's Burst Rally. И уж точно она не слабее и не менее хардкорнее, чем тот же Dirt Rally и то же самое там Dirt 4. Если желаете поспорить по этому поводу, пожалуйста. Так, но прежде покатайтесь здесь, и у вас отпадет некоторый ряд вопросов. Погнали дальше. Ситро мне как бы вот здесь вот он мне зашел, этот Ситроенчик. Продолжаем. Будем надеяться, что мы не убили тачку. Всего ничего у нас отвоевано, 30 тысячных, это очень мало. Смотрим, все у нас там пишется. Продолжаем. В общем, прошло плохо, прошли эту
серию. Ёпты, победили с первого раза, охереть. А теперь нужно улыбнуться и открыть шампанское. Чик. Фу. Не знаю, что сказать. Как вот так вот, дай бог, у нас получилось с первого раза. Наверное, использование ручников. Ну, кое-где, конечно, не чисто, но уже когда вот так вот идет такой задор, в кавычках, да, на три спецучастка. Ребят, уже похер на вот эти вот цепляния. Я, сами понимаете, это же не какой-то видос типа по хот-лапу, да, там, чистому проезду, там, спецучастка раллийному, да, без каких-то заковырочек там. Это у нас как бы идет полное объемное прохождение карьеры. И... ну, из-за вот того, что я там где-то пару раз цепанул, кстати, не глобально, а... ну, я считаю, в целом все норм, и вам нравится. А продолжаем, друзья, продолжаем. У нас еще один спецучасток. Пока все клево, пока мне все нравится. Сегодня мне заходит вот этот ситро. А не знаю, что у нас сейчас будет на... третьем участке, но увидим. С Богом, погнали. Так, ну у нас по-прежнему очень мало отрыва. За нами великий Колин Макрей и Трэвис Пастрана. Пока не видно в списках Кен Блока. Давайте приколимся, посмотрим. Даже нету Дэйв Мира. Нету еще вот этот дрифтер-то. Я все время забываю. Он потом начал вести американский Топ Гир-то. Это грех, конечно, мне, что я забываю таких людей. Нету. Нету, 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 нету. А, погнали. Таннер Фауст, вот. А, они появятся все во втором дёрте. Вот такой у нас общий список. В принципе, 3 секунды это очень мало. Кто за нами, продолжаем. Только что с финиша спецучастка, как ощущение? А как дела у вашей машины? После финиша всегда проверяйте ее состояние и производите необходимый ремонт. Вы можете посмотреть, какое место в гонке занимаете. И должны посмотреть, каким будет следующий спецучасток. И внести изменения в настройки. Вот видите, нами начинают уже заниматься, это уже радует. Значит, посмотрим. Никогда не пренебрегайте ремонтом машины. Если не знаете, что починить, спросите совета, и мы с Андреем поможем. Ну давайте, что у нас там идет? Мойка машин, да какая нахер мойка? Двигатель все нормально, трансмиссия у нас на 20, колеса. В принципе, все нормально, я не знаю, у нас сейчас не вычтут время-то это. Так, информация. Положение в гонке. Текущее положение в гонке позволяет вам понять, насколько близко или далеко соперники и в какой манере действовать дальше. Ну вот видите, вот это уже радует. Нами уже начали заниматься. Информация о спецучастке. Ну что тут у нас? Посмотрели мы, посмотрели, да?
Так, ремонт мы сделали же с вами, да? А, тут надо каждый, что ли, чинить, я не понимаю. Мойка, машина какая-то, нахрен нам мойка. Слушайте, ничего не происходит, я не понимаю, еще раз, ремонт. А, починить Ctrl надо, да? Давай трансмиссию починим, значит. Ctrl нормально. Так. Что там еще-то надо? И колеса обязательно, да? Ctrl. Ну все, что, погнали. А, положение в гонке мы сейчас не просрали. Нет, мы первые, все нормально. То есть тут можно смело чинить, не бояться, да? Ну и что, поперли. Чуть не улетели в обрыв. Блин, тут вторая, короче, везде, вообще охренеть. Наша тактика с третьей тут не прокатит вообще. Что-то как-то заковыряла здесь машина. Блин, да сколько мы там просираем-то, ёкарный бабай. Сука, вторая нужна, нужна вторая. Тем более тачку починили. Что-то не пойму, блин, тачку починил, она что-то какая-то вообще еще хуже стала. Ну что это за нахуй-то? Пора показать всем, на что мы способны. Thank you.
сука, не туда засмотрелся вообще. Да блять! Очень сложная трасса, ребят. Блядь, 2 секунды, мне кажется, можно проиграть. Этот чемпионат ваш, поздравляю. Спасибо. Так, место 4 у нас получилось, а соревнование 1, да? Продолжить, пацаны, я просто-напросто... Я не знаю, что я буду делать на 4-5. О, ну потеть приходится, конечно, ой-ой-ой. Погнали. Где я там, блин, вроде осторожничал, вроде нормально проходил, блин, ну что-то прям как-то, конечно, ну я думаю, вы меня простите, я позволю себе вот так вот не задрачивать этот третий спецучасток. Естественно, в дальнейшем мне придется что-то там перезадрачивать, иначе на 6 уже участках, конечно, нам удачи не видать, погнали. Так, ну здесь мы 4-й, но по итогам, в принципе, мы 2 секунды от лидера, от Колина Макрея, от такой звезды. Ну, по всему этапу мы получились первые, и нам просто, естественно, подфартило за наш труд. Но если немножко пожалел. Погнали дальше. Поздравляю, все было сделано на высшем уровне. Спасибо. Я не знаю, просто тяжеловато показалось мне последняя трасса. Вроде я там везде и с ручниками, и на второй. Ну, как-то вот так получилось. Так, продолжаем. Что у нас тут? Ферадо European Buggy. Так, у нас уже идут ралли-кроссовские трассы, но поедем мы на багах. Ну, поперли. Так, ну чё, в тот раз вот этот вроде там зашел, да, или не зашел? Что у нас там по лошадям? 340, 410. А будем мы там что менять по раскраске-то?
Ничего там такого прям бросающего в глаза я что-то не увидел. Погнали. Что-то ребята вообще спят. Забыл я, что тут понизится. Сори. Блин, тот там стоит на трассе, охренеть. Какая хоть скорость-то? Пятая, блядь. Давай, ёпта, чё ты там заснула-то? Ну, нормально. А теперь нужно улыбнуться и открыть шампанское. Да, прям там в машине, прям с бардачка достаешь и... Ну, у нас, походу, по теглу все нормально, тяги у нас хватает. О, ребята там прыгают. Нормально. Но с газа надо очень осторожно, прям сразу идет разворот. Погнали, я сейчас чувствую, сейчас следующий спецучасток у нас еще веселее будет. Так, первое. Так, теперь во Франции мы, да? А что там надо у нас ремонт вообще? Давайте теперь посмотрим. Мы же теперь в умные. Так, ничего, у нас вообще все красотища. Погнали. Блять, ребята, ну чё вы тупите-то, ёпта? Хер его догонишь, бля.
Четвертая. Вторая. Третья. Четвертая. Третья. Конечно, вот это вот под настопищу, тут вот ловить скоростя. Почему не видно? Главный приз. Вот сейчас видно, когда нахер не надо. Честно говорю, я немножечко в таком вот полубешенстве, потому что, ну, сейчас вот эту вторую гонку я переезжал, наверное, раза 4 из-за того, что они тупят, блядь, не по-детски. Но в чем суть этого небольшого такого бомбления? В том, что, блин, ну, серьезно-то, естественно, я к этим бахам, баги этим не отношусь. И быстрее бы, как говорится, на серьезный спецучасток, и тут-то что, так поразвлекаться, но тоже охота золота. Ну, вот, поэтому приходится перезаезжать. Ну, конечно, корыто еще то. Итак, продолжаем. Что у нас там? Так, что-то у нас... Не понимаю. А, все, я подумал, у нас круг третий. Думал, еще будет третий круг. Продолжить. Я так чувствую, под конец у нас уже на таких вот ралликроссовских трассах, наверное, будут уже те головы от фур. Чтобы вообще жизнь медом не казалась. Победителю достается все. Советую просто наслаждаться победой. Спасибо. Ну, нормально, чё. А что у нас там, продвигаемся мы, да, уже у нас четвертый уровень. О, опять у нас идет три трассы. А, друзья, я сегодня уже как бы подустал, потому что мне потно давались те три спецучастка на Ситроенчике. Так что до новых встреч. С вами был я, Виталий Вит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи на реальных и виртуальных трассах. Пока-пока.